И последнее сообщение «Маяка». В Москве закончился первый всесоюзный детский космический конкурс. Его победители Света Ишенова из Бухары, Саша Иваненко из Донецка и московский школьник Федя Дружинин направились в Центр подготовки космонавтов. Через месяц распустятся две мамиллярии и старый эхинопсис. Сынок, главный эхинопсис. Такой цветущий кактус увидишь нечасто. Обязательно сделай цветные слайды и нарисуй его. Приеду, покажешь. Привет. По местам, ребята. Наш командир. Здравствуйте, голуби. Здравствуйте, Егор Павлович. Сейчас мы покатимся на старт. Но мне хотелось бы вас предупредить. О чем? Я тоже был мальчишкой. Что вы имеете в виду, Егор Павлович? На Астре больше 8000 приборов. И не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из вас пытался во время полета проверять их исправность. Но мы же умеем обращаться с каждым. Если понадобится ваша помощь. С родными простились? Конечно. Ну, тогда поехали. Я оставил пилотку в раздевалке. Не в службу, а в дружбу. Федя! Привет, добрый день. Ты слышал новость? У нас что ни день новости. А что случилось? Я только что узнал от генерала, что наш эксперимент с Астрой... Счастливого пути. Ну! Вступая в Звездный союз космонавтов, я присягаю, что буду участвовать во всех перелетах, уважая и соблюдая все законы космического братства. Если понадобится отстоять честь моей земли, я не пожалею своей жизни. Торжественно обещаю. Готовность номер один. Всем покинуть зону обслуживания. Убрать первый. Старт согласно радиофона по счету 0. Готовы к старту согласно радиофона по счету 0. 60. Пол 109. Пол 108. Пол 107. Пол 106. Пол 105. Пол 104. Пол 103. Пол 102. Пол 101. Пол 100. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40.
Катерина! Катерина, у меня к тебе маленькая просьба. Я слушаю тебя, Егор. Передай, пожалуйста, моему сыну, что кактусы в этом месяце поливать не надо, а в следующем только два раза. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Старт! Сделали коррекцию на временную орбиту. Ускорение автора обычное. Перегрузки. Незначительные. Альфа 110, бета 37. Пересекаем 21-ю сферу по диагонали. Пилотируйте корабль прежним курсом. Выходите на постоянную орбиту согласно указаниям спутника Валентины. Понял вас! Понял, понял! Удачи, Астра! И до связи! Автоматы гравитации, исключающие невесомость на Астре. Поздравляю вас. Энцефалограмма старта прекрасна, воспроизведение эмоций хорошее. А вот у Феди Дружинина дела неважные. Сердечные ритмы сильно нарушены. Как? Почти в два раза превышает норму. Странно. Да. Не успел позвонить тебе в день отлета, Сережа. Закрутилось. А теперь поздно. Летим уже не первые сутки. Когда стартовали в Байконуре, грохот стоял адский. Что там наш автотрек? Детские игрушки. Потом последняя ступень оторвалась, и все звуки точно бритвой срезала. Стало так тихо, жуть просто. Только сердце свое слышал. Каждый раз перед сном вспоминаю наш вечерний город и телефонные будки на площади, где мы с тобой встречались. Ты знаешь, Сережка, Земля такой родной и удивительно представляется отсюда. Звали Егор Павлович. Товарищ командир. Мы прибыли по вашей просьбе, товарищ командир. Хорошо. Да. Вот какая история. Видите ли, у меня третий день пропадает ужин. Мне эти шуточки не нравятся. На корабле нас только четверо. Света, сходи справа. Фиди слева. Thank you.
Что припрячешь, то погубишь. Что отдашь, вернется снова. Какие новости на линии огня? Ему совсем плохо. Температура 39. Мечется по медицинскому отсеку, ждет связь с землей. По-моему, он в полной панике. А ты чему обрадовался? Это все-таки наш командир. Летим с ним как в санатории. И то нельзя, и это нельзя. Никто ничему не радуется. С чего ты взяла? Алло, земля, алло. Доктор, вы же знаете, что я здоров. Пустые хлопоты, капитан. Немедленно и строгая изоляция в течение 45 дней. И никаких общений с экипажем. Внимание! Экипаж слышит меня? Слышим нормально. Вы что, смеетесь, что ли? В изоляторе никаких приборов, только книги. Я не могу управлять кораблем. На время болезни капитана Калиновского обязанности командира корабля Центр подготовки космонавтов поручает Феде Дружинину. До связи. Как поняли? Алло, Земля. Слышим нормально. Никаких общений с командиром корабля. Я не хочу, чтобы ты летел. Послушай, мам. И слушать не хочу. Ты же еще ничего не знаешь. Не беспокойся, мой милый, мне все известно. И про 100 000 участников конкурса, и про вашу первую тройку. Не пущу. И потом, как ты мог все скрыть от меня? Ну, я же не знал, что стану победителем. Просто хотел попробовать тебя, свои силы и знания. Все равно не пущу. Ты всегда меня учила жить интересно. Я уже не маленький. Правильно. Но ты должен меня понять. С тех пор, как погиб твой отец, ты у меня один. Ты всегда хотела, чтобы я был на него похожим. И теперь... Не покидай меня, сынок. Я тебя прошу. Папка бы меня отпустил. Что теперь будем делать? То же самое, что делали раньше. Но лучше. Санаторий кончился. Как будто по ступенькам все выше и вперед. Постепенно нас юность уведет, и скоро у порога решать, куда шагну, а нас позвал в дорогу далекий личный путь. Мам,
Ты не сердись, пожалуйста, на меня, что я все-таки полетел. Не мог я поступить иначе. Хотя, если честно, теперь я жалею об этом. Когда вернусь, расскажу, почему. Иди, мамам, хорошо, 6 раз в день. Дежурим через 15 часов. Словом, дел много. Но когда занимаешься любимым делом, время летит незаметно. Стараемся, чтобы Егор Павлович был нами доволен. Он с улыбкой сказал вчера, что мыслим мы широко, и наш экипаж может защищать кандидатские диссертации. В Беларуси ожидается 20-23 градуса тепла, без осадков. На Украине 20-25 градусов тепла, кратковременный дождь. Центральные районы РСФСР 18-20 градусов солнечно. Урал 16-18 без осадков. Алтайский край 20 градусов тепла. Хабаровский край. Странно, мы летим уже 31 сутки, а о нашем полете ни слова. Тебе бы хотелось, чтобы о нас говорили через каждые полчаса. А между прочим, я тоже не слышал ни одного слова. В Москве сохранится солнечная, теплая погода, без осадков, 20-23 градуса тепла. Вы сами виноваты, что прозевали сообщение о нашем старте. Я вас звал? Угу. То-то. А вы кино смотрели? Между прочим, про нас один академик рассказывал. Занятно говорил. Не скрою, тесать. На мой взгляд, уже сейчас... Несмотря на возраст детей, мы можем начать большой, серьезный разговор о покорении нашей галактики. Внимание! На Астре утечка газа! На Астре утечка газа! Быстро за мной! У нас всего 3 минуты. Потом шарахнет и пишите письма. Света, ты останешься здесь. Ты что, с ума сошла? Зачем остановил лифт? Каждая секунда на вес золота. Отключила все электропитание на корабле. Малейшая искра может привести к взрыву. Соображаешь, командир? Слышите меня? Жми по черному ходу в машинное отделение. Помни, осталось 2,5 минуты. Напугалась?
Что с тобой? Там кто-то ходит. Чего-чего? На корабле нас только четверо. Никто нигде не ходит. Этого быть не может. Но я видела. Померещилась. Страшно. Скажешь тоже. У девчонок вечно болезненные галлюцинации. С вами иногда случается. Поехали. Это же наш командир. Егор Павлович, вы у себя? Да? А где мне еще быть? Как болеете? Нормально болею. Что у вас новенького? Все в порядке. А почему ты говоришь об этом шепотом? Понимаете, мы тут кое-кого увидели. И никак не можем понять, кто это. Чертей, что ли, увидели? У вас достаточно серьезных забот. Занимайтесь делами, а не глупостями. Понятно. До связи. Все слышали, что сказал Егор Павлович? Уважаемый Александр Михайлович, простите, что не успела ответить на ваше последнее письмо. Передайте всему нашему ансамблю мой большой и теплый привет. Вспоминаю, как вы все провожали меня в Москву на конкурс. Мы тогда сидели у вас в весеннем саду и ели клубнику. Не забываю наших занятий. Хочу научить ребят танцевать. На Астре столько интересного происходит каждый день, что порой кажется, что все это похоже на сказку. А ведь летим же! Вчера включили третий реактор основного хода. Входим в метеоритный дождь. Очень хорошо. Не в первый раз встречаемся. Четыре. Площадь Роя 200 миллионов квадратных километров. Но скорость Роя обычная. Включи защиту и все дела. А все-таки 10-4. Здорово, красиво. Света! Температура в отсеке. 30 градусов, как на Кавказе. Действительно, жарко. Температура обшивки? 600 градусов, выше нормы. Площадь Роя. Его скорость. Скорость наша Астра. Нам не хватит времени, чтобы выйти из метеоритного дождя. Почему? Корабль расплавится, математика. Лобачевский, Пифагор, Софья Ковалевская в придачу. Ну что ж, давай проверим. Прибавь до предела. Точно. Мы влипли. Вы уверены, что это метеоритный дождь? Делайте, что хотите. Федор! 13 лет, Федор! Командир, Федя. Но ведь твоя мама должна знать, какое большое научное значение имеет наш полет. Как ведет себя детский организм в космическом полете? Ей наплевать на все, когда речь идет о ее сыне. Это она. Забыла, как ее звать. Зоя Петровна. Спокойно, Маша. Я Дубровский. Не наваливайте сразу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Зоя Петровна. Здравствуй. Вы меня извините. Ты ведь Светлана и Шеннон. Да. Я тебя сразу узнала. Ты тоже вошла в первую тройку. Да. Можно? Только недолго. Вы меня извините. Ты, очевидно, Светлана пришла уговаривать меня. Женщина женщину всегда лучше поймет. Ну, ты находишь. Взрослые давно летают. Они взрослые. А тебе сколько лет? 13. И ты собралась в космос? Да. И тебя дома пускают? Да. А вы серьезно против? Очень серьезно. Дышите глубже. Проезжаем в Сочи. Устал я немного. Все будет окей. Саша, быстро свяжись с землей. Есть. Земля! Земля! Вошли метеоритный дождь. Как слышите? Слышим нормально, Астра. Какая скорость роя? Свыше 100 тысяч километров в час. Согласно световой бортсхеме. Какие принимаете меры? Будем действовать согласно инструкции по встречам с астероидами. Модуль. Сопротивление. Сколько? 850. Критическое. Так и зажарить людей можно. Распределитель. Все, включайте. Не работает. Нам надеяться больше не на что. Это конец. Как жаль. Жаль умирать в 13 лет. В 37 тоже не хочется. Ты прости меня. За что? За то, что часто спорил с тобой. Не соглашалась. К порядку тебя приучил. Работает. Честное слово, работает. А? Трек не любит славы. Каждый поворот здесь драмой может стать. В жизни тоже будет много поворотов. Надо их учиться преодолевать. Скорости не сбрасывай на виражах. Слышите? Земля, слышим нормально. Метеоритный дождь. Прошли успешно. И тогда Егор Павлович Саша предложил сделать демонтаж и монтаж схемы защиты. И кто сделал? Саша и сделал. А почему? Мне не доложили. Мы забыли. Это как прикажете понимать. От страха забыли. Простите нас, Егор Павлович. А чем сейчас занимаются ребята? Сейчас они отдыхают. Ну ладно. До связи. До связи. Вы
Москве сейчас полночь. Все сначала. Не ногами, Федя, танцевать надо. Животом, что ли? Сердцем. Смотрите. Слава богу. На нашей траектории корабль. Со свиданица. Он прет на нас без всякого стыда. Быстро зажги позиционные огни. Возможно, они потерпели аварию и сбились со своего курса. Есть. Приняла позывные межпланетной автоматической станции. Просит о помощи. Значит, нет экипажа. Будем действовать согласно возникшей ситуации. Нам надо связаться с Землей. Или хотя бы с Егор Павлович. Мы можем запросто соскочить с орбиты, а потом еще свищи нас. Кто здесь командир? Я настаиваю, командир. Мы многим рискуем. Спокойно, Маша. Я Дубровский. Переходим на ручное управление и даем тягу на торможение. Понятно? Ясно. Затем переходим на станцию и устраняем на ней палатки. Саша, быстро к ручному управлению. Понятно. Света, записывай наши координаты. Готово? Да. Созвездие Большого Пса. Альфа-Пса. Лимб 230 градусов, сектор 30. Бета-Пса. Лимб 210, сектор 76. Эпсилон-Пса. 180, сектор 49. Есть. Включить автоматы. Программу сближения и стыковки. Есть. Подключить к подаче на станцию кислородное питание. Готово. Сближение. Заканчиваю. Кислород подается на станцию. Здорово сработано. За отличную стыковку объявляю экипажу благодарность. С мороженым. Федь, разреши перейти на станцию и устранить неисправность, а? Mm-mm. Иракезы вышли на боевую тропу, сказал Соколиный Глаз. Всем оставаться на своих местах. Я сам перейду на станцию. А вы тут смотрите в оба и свяжитесь с Егор Павловичем. Сегодня Ореховая. Где командир?
Впереди, на лихом коне. Чао, какао. Эй! Никого нет, да? Здесь испорчен блок П-8. Как слышите? Слышу нормально. Какая нужна помощь? Тут одному делать нечего. Порядок. Возвращаюсь, как поняли. Почему молчишь, Федя? Что за шуточки? Алло, Федя. Что случилось? Что случилось? Сам корабль чего стоит? Сашка, ты только подумай. Кинозал, оранжерея, библиотека, бассейн, да чего только нет. Никакой невесомости, постоянная гравитация. Алло, Федя, где ты? Что случилось? Алло, как слышишь? Пожалуй, нам надо перейти на станцию и узнать, что с ним стряслось. Ты не боишься остаться одна? Немножко. Но я потерплю, Саш. Ведь мы же не можем бросать Федю. Чао, какао. Какао, чао. Наши лица ветром скорость обжигает. Мчится нам навстречу полотно. Тот, кто не рискует, тот не побеждает. Жизнь или на гонках, это все равно. Скорости не сбрасывай на виража. Только так научишься побеждать. Yeah.
Федя! Света, я на месте. Что у тебя? Все нормально. Где Федя? Его здесь нет. Саша? Да? Что нового? Ничего не понимаю. Все обшарил. Федя нигде нет. Как сквозь землю провалился. Саша? Сашенька? Я ничего не понимаю. Мы встретили на орбите межпланетную станцию. Она была в неисправности. Астра состыковалась с ней. Зачем? Как зачем? Чтобы оказать ей помощь. Допустим. Что дальше? На станцию ушел Федя и не вернулся. На его поиски отправился Саша и тоже пропал. Что вы предлагаете, Света? Я должна перейти на станцию. Тогда на Астре не останется дежурного космонавта. Ну разве я могу оставить ребят? Немедленно расстыкуйтесь со станцией и продолжайте идти заданным курсом. Ну, ребята! Когда станция войдет в зону контакта, мы вернем ее на Землю. Постарайтесь передать это ребятам по другим каналам связи. Алло! Алло! Астра вызывает станцию! Как слышите, мальчики? Как слышите? Алло. Однажды под зима кустом сирени расцвела, как будто мою. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет. Я слушаю тебя. Мне надо с вами увидеться. Не имею права, Светлана. Ребята попали в беду, а мне приказано расстыковаться со станцией и идти прежним курсом. Приказ Земли – первый закон для космонавтов. И ты знаешь об этом, Света. Знаю. Но есть другой. Неписанный закон космического братства – не оставлять товарищей в любой беде. Егор Павлович! Егор Павлович! Сама решай. Сейчас ты командир.
спрашивайте. За последний час кто-нибудь покидал станцию? Вы не набрали кода. Я бы не стал вам подсказывать, но сам ужасно соскучился по работе. Решив задачу по квантовой электронике, вы получите нужный код. Диктую условия задачи. Но я никогда не решала таких задач. Очень жаль. Тогда я ничем не смогу вам помочь. Но ты же машина и должна слушаться человека. Диктовать условия задачи или нет? Не понял вас. Диктуй. Длительность импульса излучения лазера 1 микросекунда. Частота следования 3 килогерца. Мощность 1 киловатт. Соотношение гелия и неона в активной среде 40 к 1. Давление 0,02 миллиметра ртутного столба. В каком диапазоне должен работать магнетрон для обеспечения разряда в плазме? Записали? Записала. Чувствую болезнь. Что это? Сейчас узнаешь. Не торопись. Спрашивайте. Ну-ка, голубчик, реши мне задачку по квантовой электронике. Прочтите условия. Длительность импульса излучения лазера 1 микросекунда. Ответ в моей памяти. Эту задачу я знаю. Спрашивайте дальше. За последний час кто-нибудь покидал станцию? Нет. Все ли системы станции работают нормально? Теперь да. Сколько человек находится на борту станции? 3 космонавтов. Где они? 2 в холодильной установке номер 1043 и рядом со мной. Спасибо за информацию. Чао-какао, голубчик. Не понял вас. Не понял. Опять все вместе. Мальчики. Уже совсем-совсем замерзли. Вы в западне, гвардейцы, сказал Д'Артаньян. Отсюда нет выхода. Сначала надо согреться. Приготовились? И... Thank you.
В холодильных установках ставится запасной сброс. Значит, есть выход в космос. Там для любого из нас верное кладбище. А что ты предлагаешь? Ничего не предлагаю. Выход только один. Кто-то из нас должен выйти в космос и добраться до аварийного люка Астры. Предлагаю жребий. Без света, конечно. Это почему же? Не дамское это дело. Шастать в космосе. Марко Поло, да там же 150 градусов ниже нуля. Вакуум, радиация. А у нас даже нет шлемов, скафандров. Ну, мы должны что-то делать. Я сказала, что нельзя. Это каюк. Никто никуда не выйдет, пока я здесь командир. А сидеть в этой ловушке не каюк? Через несколько часов мы окалеем здесь от холода. Федь, давай бросать жребий. Mm-mm. Может быть, ты струсил, командир? Я? Ты? Вы? Да вы, если хотите знать! Да если б не я, то весь наш полет. Как он сюда попал? Как? Раз он прошел, значит, и мы пройдем. Эй, кто-нибудь! Как же он попал сюда? Ведь котенок остался на Астре. Разберемся. За мной. Внимание! Экипаж направляется по сбросу холодильной установки к выходу. Выключить демонстрацию кадров космических кораблей. Снять питание с тренажера. Подвести фермы обслуживания. Всем службам приготовиться к эвакуации экипажа. Внимание! Эксперимент Астра завершен. Что случилось? Наш полет имел мировое научное значение. Неужели нас водили за нос целых полтора месяца? Я с самого начала знала, что все это липа. Что мы не полетим.
Узнал, когда ходил за пилоткой Егор Павлович перед стартом. И ты столько времени обманывал нас? У тебя есть совесть? Я не обманывал. Я скрывал. Иначе никто бы из нас не прошел этого последнего испытания на Земле. А все-таки, мальчишки, мы полетим. Как пить дать? Многие из вас, ребята, расстроились, что не увидели в фильме настоящего космического путешествия. Его не было, но это только пока. Каждый из нас, космонавтов, прежде чем полететь в космос, сделал, ой, какую сложную работу. Полет требует полных всех твоих сил, знаний, умений. Я находился в открытом космосе всего лишь 12 минут. Но сейчас могу сказать, что каждая моя минута нахождения в космосе требовала годовой подготовки на Земле. Но я уверен, ребята, что скоро наступит такое время, когда вы, если захотите, то полетите в космос. Я в это верю.